нет! О, нет! Вы меня поймали! Вы меня остановили! Только я не понимаю, за что? Я же ничего не сделал! Переходим вот сюда. Так, вот сейчас. А, так, становимся. Меняю себе морду. Делаю ее вот такой вот, например, зверской. А, вот такая вот у меня лицо. Теперь достаю пистолет. Ага, все, готов. Поехали. Ты попался, ты слишком злобный преступник. Я тебя очень долго ловил, и теперь ты никуда не сбежишь. Блин, опять надо менять кадр. Так, убираем пистолет. Меняем лицо себе на грустное, очень грустное лицо. Вот, буду теперь я грустным. Ага, переходим сюда, встаем на колени. Так, сейчас я встану на колени, как будто я уже совсем так руки опускаю. Да нет, не надо лежать, так, посидеть на колени. Да что это, в пляску пустился, нет? Ну ладно, вот так вот сижу. Да, вот, все, продолжаем. Ну, пожалуйста, не лови меня, нет! Отпусти меня с миром, я так хочу быть свободен! Блин, опять надо менять позицию. Встаем, делаем себе зверское лицо. Вот такое, ага, переходим. Чик-чик-чик. Достаем пистолет. Да не ножик, пистолет. Зачем я лампочку достал? Говорю, пистолет. Да что такое-то, револьвер? Я говорю, пистолет. Вот. Ну я и балбес, голова помидор. Ой, ой, это кто тут? Кто тут? Ой, Ариша! Ариша, ты что здесь делаешь? Так, уберу пистолет. Так, где моя обычная морда? Мое обычное лицо. Вот такое у меня обычное лицо. Ага. Так, Рита, ой, Ариша, Ариша, что ты делаешь и почему на тебе нет лица? Ну, Аришка, я, понимаешь, я тут сценку разыгрывал из игры про мафию, преступник и полицейский. Кстати, как тебе моя игра, понравилась? Папа, тебе еще много надо репетировать, я не поверила. Да? Ну, ладно, наверное, нужно пройти реальное испытание в Роблоксе, в игре про убийцу, шерифа и мирного жителя, и тогда я хорошо войду в роль. Как ты считаешь, нормально? Аришка, поможем нашему персонажу стать настоящим актером. Пускай он встретит шерифом, ой, станет шерифом и встретит бандита. И они сразятся. Да. И всех победят. Да. Бандит победит папу. Да. Здрасте. Хорошие денечки. С каналом. Папа. И дочки. Так. Друзья, смотрите, у Аришки новый совершенно образ! Во-первых, мы поменяли лицо. Она, когда... Ей было когда-то 6 лет, сейчас уже Аришке 7 лет, она ходит во второй класс, и она больше не котенок, теперь она девочка. Смотрите, у нее такие глазки мы купили специальные, ну, такое лицо мы купили за робоксы. И у нее вот такие радужные волосы, мы тоже специально ей купили, потому что, как вы думаете, почему у Ариши радужные волосы? Подсказка. У нее круг похож на то, почему у Аришки радужные волосы? Пишите в комментариях. И это сегодня задание. Да, так и напишите. Ответ на задание. У Аришки такие волосы, потому что она любит. И ваше имя. Кстати, смотрите, какая у Аришки футболочка, ребята. Мы специально для нее сделали. Вон там прям она, вот эта Аришка, вон там на картинке. И у нее круг вот этот. И снизу, кстати, написано: Аришка, пока этот круг, день рождения Роблокса, он нам не дает увидеть полностью футболку, но он есть. Здесь у нас крылышки. Пони. Да, смотрите, здесь пони у нее, вот здесь вот знаки отличия. А у нас для тебя сегодня специальный челлендж. Помоги папе и дочке победить преступника. А для этого нажми лайк и подпишись на канал всего лишь за 5 секунд. Успеешь? Поехали. 1, 2, 3, 4, 5. Успел? Все, ты молодец, ты супер, ты самый классный. И все, переносимся. Интересно, кем я сейчас буду? Шерифом или бандитом? Да. Шерифом или бандитом? Или мирным жителем? Ну, мирным жителем я не хочу сильно быть. Я хочу быть... шериф. Выбор, выбор, выбор. И я становлюсь мирным жителем. Я это мирный житель. Сейчас появится киллер. Кстати, мне написали, что когда вы находитесь бандитом, если нажимать кнопочку Е, можно бросаться ножичком. Вот так. О, монетки, 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 монетки. Соберу монетки. Раз, два. И вот эту монеточку. Лучше держаться в толпе. Среди толпы есть... В толпе и бандит есть, и шериф есть. Неизвестно, друзья, давайте определять на глаз, кто из них бандит, а кто шериф. Давайте начнем. Смотрите, вот эти уединяются. Мне кажется, вот это зеленый,
вот это зеленый, это бандит. Нет, он не бандит, он монетки собирает. И этот собирает. Вот та... Тайный ход, да? Здесь и этот... Шериф, держимся рядом с ним. Этот, как это? Что? Сзади, сзади, сзади! Ариша, кто-то за мной бежал, и это киллер. Это же киллер. Мы, к сожалению, не можем с вами, друзья, наблюдать на экране. Могу смотреть только у Ариши в телефоне, и потом вам в конце сообщить результат. Реально, ребята, зеленый вот этот был киллером, и он все-таки догнал шерифа, который был нашим подписчиком. Ты правильно сказал. Ах, да, мы его вычислили, ну, да, 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 да. Ну все, переносимся на следующую карту и посмотрим, кем мы сейчас станем. Это очень интересно. И я становлюсь обычным мирным жителем. Я... Шериф! Аришка, я тебя ищу, срочно, 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 друзья, ищем Аришку. Все, я тебя нашел, я тебя нашел. А я тебя нашел, нашел. Давайте наблюдать, друзья, давайте наблюдать, кто будет киллером. Давай, держись пока за мной, держись. О, здесь комната есть, зайти можно. Интересно, тут проходы из комнаты в комнату. Мы закрылись с тобой в душе, чтобы спрятаться от преступника, но тебе не надо прятаться. Иди сюда. Че там? Здесь можешь спрятаться. А, вот за шторкой, да, встал, и тебя не видно. Я не видел. А, здесь, вот здесь прячься, Ришка, вот здесь. Ребята, ловушку для киллера делаем, вот тут. И сейчас будем, киллер сюда придет, будет думать, что я здесь совершенно один, да? И меня зарежет. Аришка достанет пистолет, и киллеру будет плохо. Здесь уже есть, здесь, подожди, 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 подожди. Тихо-тихо-тихо, там кто-то уже, видели, ребята, там один из игроков уже лежит. На самом деле мы не знаем, кто реально здесь киллер. Здесь можно в шкафчике прятаться, прикольно, ребята, здесь как в прятках можно прятаться. Вот тут кто-то бегает, сейчас я быстренько выгляну. И сюда. Так, чувачок. Да, да-да-да, с крыльями, достай пистолет. Короче, это наш подписчик с крылышками. Ха-ха-ха-ха-ха, мы вычислили его. Ага, попался, это он. Дыш-дыш-дыш-дыш-дыш. Не тот. Не тот. Фух, хорошо, что ты промазала. Не-не-не-не, Аришка. Ты... У меня пистолета нету. Все. К сожалению, на телефоне шерифом быть сложно. Аришка развернулась, пока доставала пистолет. Ей сделали... Нет! Я выжила. Как выжила? Потому что на мне не было крестика. Да, на тебе реально сейчас нет крестика. Да ты победила, получается. Да, есть! Ты победил. Время победило, да. Кем я стал, для вас секрет. Это большой секрет. А ты? Мирный житель. Мирный житель, да, друзья. Давайте, вы не знаете, кто я. Да, вот такой вот секрет сейчас. Такая вот заманушка. Так, стоим здесь. Смотрим, Ну, вы поняли, да, что я был мирным жителем. Короче, киллер не мелочился. Он забежал в толпу и всех зачики-чикил. И это наш подписчик. Да. Молодец, ты молодец. Да. Ты всех победил буквально за 5 секунд. И идет выбор, я опять мирный житель. Да что и ж я такое? Мирный. Мы, короче, оба мирные. Мир. Да, мир. Я люблю мир. Кто сегодня злыдня? Кто сегодня злодей? Мы победили! Я не знаю почему, но мы победили. Он релок, наверное, сделал. Балбес. Кем я стал? Кем же я сегодня стал? Я уже знаю. Ты уже знаешь, да? Отлично, там шериф. Он прицеливается. Что же происходит? Нет, 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 он увидел, что я киллер. Есть, есть, я убил шерифа, ребята. Есть, есть шерифа. Молодец. Нету. Осталось остальных переловить, всех, всех, всех. Папа, Аришка. Меня, давай. Тебе не спастись. Давай, пап, меня. Чтобы ты победил. Есть, еще один, есть. Есть, еще один. Вот, где ты? Что? Вот я. Это как так? Что? Тая! Тая, Сидорук, ты что наделала? Да. Ты что натворила? Оказывается, если ты замочишь шерифа, для нас это новость. Если у игрока есть свой пистолетик, он может тебя... Я-то думал, я сейчас буду безнаказанно всех бегать, чики-чикать. А тут Тая... Не дала мне быть нормальным преступником, Аришка. Все, друзья, я, короче, в танк. Танк, прячусь от преступника. Откройте мне танк! Пусти меня! Я подкрался к этой девочке, она не знает, что я сзади. Рита? Ой, папа. Вот так, друзья, весело закончился наш раунд. Нас поймали. Друзья,
друзья, нас очень радует, когда играете с наши подписчики, когда у вас наши футболки, вот эти вот всякие разные с молниями, там просто логотипчики, папа-дочки, вот такие вот. Очень классно, очень классно. О, даже молния. Да, вот такая вот, такой, где тут Ариша стоит. Вот такой вот, пододвинься значок. Это очень классно. И я снова зеленый человечек. В смысле, не инопланетянин, я просто мирный житель. Ждем, ждем, ждем. Надо вычислить, кто папа, преступник. Друзья, пишите в комментариях, как вы думаете, кто сейчас преступник? Шериф или нет? А, вот этот, который... Черный. Короче, черный чувак с коричневыми волосами. Он, вот этот, вот этот, есть! Победили. Ребят, мы первый раз видели, как шериф... Мы победили, как шериф поймал преступника. Кстати, в эту игру мы сегодня играли не просто так. Просто в комментариях много раз написали, продолжите эту игру, хотя мы даже не просили написать комментарии, вы написали. Но мы это и сделали. А вы сегодня были на канале... Папа и дочки Геймс, с вами сегодня были... Папа и я, дочка Аришулька. Да, подписывайтесь на наш канал, с нами всегда весело, интересно, советуйте друзьям. И сейчас, как только видео закончится, посмотрите еще одно наше видео для хорошего настроения. И хорошее настроение не покинет больше вас. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока.